Лизин любимец. Опа! Привет! Привет, вы на канале у Лизы. Сегодня мы покажем наших котят и других наших питомцев, которые у нас есть. Сначала покажем пауков. Пошли! Пауков мы не покупали, мы нашли в нашем бассейне. Да, мы нашли в нашем бассейне, они почему-то туда залазили. Сначала одного нашли, он барахтался в воде, а потом второго на следующий день. И они такие здоровые, такие страшные, мы подумали, неужели в нашем краю такие водятся. И посмотрели в интернете, и правда, такие пауки называются южно-русский тарантул. И водятся в наших краях. Оказалось, что это самец и самка. И вот сейчас как раз они, самец ухаживает за самочкой. Наверное, у них скоро будут детки. Лиза, куда мы их будем девать? Не знаю. Не знаешь? Ну, потом посмотрим, куда будем девать. Будем сдавать в зоомагазин. Мы их кормим жуками, мухами. А еще их можно кормить просто кусочками мяса. Они тоже его едят. А здесь живут наши сверчки. Мы их сначала завели, чтобы кормить пауков. Но потом нам стало жалко их. Они такие прикольные. Они как кузнечики, только черенькие. Кушают хурму. У них тут свои какие-то норки. Туннельчики. Да, сколько их там ты видишь, да? Три. Три, а тут и в другом месте где-нибудь не видать больше? Mm-mm. Их там должно быть пять. Они любят сладенькое, любят овощи и фрукты. А еще им нужно обязательно давать хлопья. Геркулес, например. Они не любят быть на свету. Они вообще все время живут где-нибудь в укромных местечках. Поэтому мы ставим им такие от яиц ячейки, как домики, так сверху. Раз-раз, они там внутри живут. Вот у них сухарик есть. Ой, песочек сейчас высыпется. Нет, не высыпался. Оп. И у них получается многоэтажка. Да, двухэтажка. Да, там они нароют, будет многоэтажка. И вот в верхние ячейки всегда наливаем водичку. Она впитывается, им нужна влага. Если в песочек, там у них сломается домик. Поэтому мы сверху, и она так влага распределяется равномерно. Пошли покажем всех наших котов, да, с кошками и собаку. А еще Гулю. А вот наша Гуля. Так, подставь ей ручку, Лиз. Наша Гуля. С желтыми глазами. О, Лиза кивает, и Гуля ей кивает. Все, села. Гуля, Гуля. Сейчас на голову тебе полетит. Подбрось ее. Вон у нас сидит, иди, Лизонька, поймай ее. Опа! Все, она сама знает, где сидеть. Да, Гуль? И идем. Меня покакал. Нет, я не вижу. А, Мию на тебя не попала. Хотела на тебя покакать, на меня села теперь. Она сейчас линяет к зиме, у ней новые перышки нарастают. Ну вот, опять на меня села. Гуль. Хопа, мне надо присесть, чтобы она меня не видела. Она, я выше, она хочет на меня. Опа. Фу-фу, Гуль-гуля. А, летела. Ау, села. Давай, Гуль, на Лизу лети. Опа! Она боится на улице. От нас никуда не уходит. Чуть-чуть полетает. И назад. Гуля!
Опа! Так и летает с одной головы на другую, с одной головы на другую. Оп! Опять на меня, да? Лети на Лизу! Во! Полетела! Назад! Опа! Опять на меня села. Перышко, ну она сейчас линяет, да. Сейчас она к зиме линяет перышки, у нее новенькие, потом нарастут. А это наши котята, вы их уже знаете. Опа! Карамелька, кожа, компот. Три кота. Три хвоста. Гуля летит. Сейчас прилетит три сюда. Три кота, три хвоста, три хвоста. Кота. Карамелька, жуй травку. Ловит. Ловит травку. Компот, ты куда пошел? Компот. Изучать эту страну. Коржик. Ой, сяду. Вон мистер Кэт идет. Еще один наш кот. Опа! Вот это прыгнул коржик. Где там мистер Кэт? Ну-ка. Давай его сюда. Мой любимец. Лизин любимец. Опа! На меня. На меня тебе. Вот мистер Кэт. Покажи его мордель. Вот какой. Похож на компота, но он не папа. Хотя кто его знает? Может и папа. Мы же за ними не следим. Они у нас уличные вот эти. Этот мистер Кэт уличный. Серик уличный. Дыма. И Дыма, да. Они живут у нас на улице. Домой они не заходят. Только зимой, когда совсем-совсем холодно, мы их запускаем погреться. А так они живут на улице. Мистер Кэт испугался. Убежал. Коржик испугался. Серика надо позвать. Ку-ку! Компот! Серик! Гуля, давай познакомимся с котятами с нашими. Иди познакомься. Смотри. Ну-ка. Боится, боится. Сейчас Серика найду. Лизунька в зверином царстве. Вся в котах и в одной Гуле. Серик пришел. Сейчас мы его заснимем. Короче, пойдемте. Да? Пойдемте опять на травку. Гуля уже на меня залезла. Оп. Шипит на Серика. Оп. Карамелька. Ку-ку. Опа. Носом. Вот наш Серик. Гигантский. Самый здоровый кот. Карамелька вон убежала, вон она, в смородине, Лиза. Ну сядь здесь, Серика, покажи Серика нашего. Садись рядом с коржиком. Вот наш, ну погладь его, что ты, подними его чуть-чуть, морду покажи. Вот какой наш Серик, боевой кот, не хочет он тут сидеть. Боится. Все лето дрался с котами, то одна лапа покусана, то другая. Кого ты ловишь, Лиз? Кто такой компот? Мяу! Кто такой? Мяу! Ну-ка давайте все в кучку. Карамелька! Карамелька! Она боится чудо-птицу. Кто там летает? Кто там летает? Компот. Побежал, побежал. О, что там был за зверь? Ускакал. Карамелька в засаде. Карамелька в засаде. Иди сюда, карамелька. Иди сюда. Ой. Упс. Тихо, тихо, что-то компот. Компот хотел Гулю поймать, лизуньке дал бы нож.
на мне теперь гулять сидит. Опа! Вот это он подпрыгнул. Ёлки-палки, интересно, заснял? Ты охотник? Охотник? Да ничего страшного. Да, охотник. Ух ты! Ну ты даешь компот. Вот это да. Побежал. Ты не туда побежал. Там собак сидит. Там сидит наш собак. Он тебя съест. Компот. Мяу. Разговорун наш. Разговорун. Пошли гулю ловить. Пошли. Пошли. Вон она, смотри. Вон она, компот. Видишь? Вон она сидит. Лиза, погоди. Пум! Давай, я опять сяду, он сейчас прибежит. Давай, вот здесь сядем опять на травке. Лиз. Компот! Компот! Лиз, давай, иди сюда, иди. Ауч! Вот охотник, Лиза, погоди, не мешай. Опа! Не поймал. А здесь живет наш пес. Наш сторожевой пес. Тарзан, выходи. Тарзан! Тарзан! Иди сюда! Ну открывай! Я думала, он сам откроет. Тарзан, фу, нельзя. Ничего, ничего. Хотел компота куснуть. Ну, не обижает котят. Да, Тарзик? Там у меня руки пахнут. Ну-ка, иди вот сюда, на будку иди. На будку, вот сюда иди. Иди на будку. Нельзя, нельзя котят Тарзик. Трогать. Тарзик. Нельзя! Ух! Тарзан. Давай, ты вот здесь вот встань. Сейчас он дела поделает. Тарзик. Сидеть. Я не успела ничего заснять. Ладно, еще раз. Тарзан. Подальше чуть-чуть отойди. Сидеть. Сидеть. Молодец. Ну все, все, не вытягивай цепь. Дышишь. Тарзик. Вот так. Сидеть. 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 Вот молодец. Молодец. Лежать. Не, он только сидеть умеет. Он же сторожевой пес. Ему много знать не обязательно. Кто мяучит? Кто мяучит? Хороший пес. О, какой Тарзан. Какой ужас. Почему ужас? Ты боишься, что он тебя столкнет? Да не столкнет. Вот ой, будь здоров. Тарзик. Тарзан. А это наша старенькая кошка. Дыма. Дыма, наша старушка. Да почему? Она просто старенькая уже. Дым. Она такая борчунья. Она не любит никого. Все время рычит на всех. Дым. Дыма. Дыма. Компот пошел охотиться на гулю. Во, точно. Компот пошел охотиться. Давай, компот. Прыгай. Не удался фокус, да, компот? Не удался. Гуль-гуля. Ах, компот, ох, компот. Охотник.
юный охотник. Так смешно крадется. Такой наивный. Не поймал. Это наш кот Гога. Гога, покажи глаза, Гог. Мы уже носом где-то нарыл землю. Ёлки-палки, грязный. Бесстыдный. Гог, ну куда ты пошел? Гога. Нет. Покажи моську. Глаза свои покажи, бесстыжие. Покажи свои цветные глазки, Гог. Что ты? Наконец-то. За ухом чешу. Ох, любитель приключений. И падание. Да, пошел, пошел. Пошел. Шатается. Гог, куда пошел? Домашний кот. Травоед. Травоед. А теперь рубрика приветов. Передаем привет Анне Ойдинской, Мабель Акиренко, Ольге Курышевой, Анастасии Волковой, Александре Прокудиной, Тине Богдановой, Екатерине Бурдовицкой и Янине Земцовой. Если кто-то хочет получить от нас приветы, приходите в нашу группу ВКонтакте. Там вся информация по этому поводу. Ребята, напишите нам в комментариях, какие из наших питомцев вам понравились больше всего. Ставь лайк, подписывайся на мой канал. Пока-пока! Пока! Упс! Наша пока! На коньках такая, поехала!